Уважаемые женихи, дорогие сваты, зачем вы к нам пришли? Вы что, не знаете? Такие нарядные пришли к нам. Мы пришли, там на себе пришли. Поездочки, и надо поездочки, забрать экзамен. Да, за может, вы за невестой пришли? Да, за наречами. Да. А деньги, угощения нам приготовили? А невеста, это бесценный скарб. Хіба ви будете її продавати? Ми її не продаємо, ви... ми просто так ми її теж не здаємо. Ну, ви ж не можна продати, це ж такий брильянт, так. Як це будемо торгувати? Давайте, Надя, пусть він так закричить, що аж Надя услышала, що він її любить. Кричати, я б його на футболі кричати. Представ, що Динамо виграє зараз. Надя, посмотрите, что вы хотите с меня? Надя, чтобы ты крикнул признание любви к Наде. Надюша! Я тебя люблю! Ура! Выходи без... Если ты перед тобой три бокала. Вот, в одном бокале надо, чтобы шуршало что-то. В втором бокале надо, чтобы что-то зазвенело. А вот в третьем бокале, чтобы что-то зашипело. Вот угадай эту загадку, и каждый стакан наполнен соответствующим. Дело. Змеи нету, значит шампанское. Да. Я вижу. Нет, так, просто это не бесплатно, если у тебя нет своего. А я, значит, простой. Да, надо заявить, что шуршало и задело. Все бухали, пустые, бухали. Перші копійку треба кинути. Щоб звеніло копійку правильно, а щоб шуршало. Шуршало, то хорошо, де нужно. Де нужно. Да. Можна щоб не звеніло шуршало. А там вітер шипить. Там вітер шипить. Это даже лучше, чем мы думали. Все, заканчиваем, да? Вот так. Я слышу, звучит. Надя, слышишь? Слушай. А я тут я забираю. Сила или как? Включай, даже. Я не куплю. Начинается с пяти. Шипело. И сотня в руках осталась, и шампанский в руках. Мне некуда деться. Тут потребуется деньги. О, я нас как могла. Конечно, я специально. Аккуратненький. Без брызг. Зашипело. Забираешь сегодня болгарскую невесту. Но чтобы мы приняли тебя в свой круг, болгар, ты должен доказать, что ты готов. Для этого я сейчас тебе включу музыку, а ты попытаешься что-то сыграть. Но гости со стороны невесты, я думаю, что тебе помогут, если что. Что, готов? Я могу учиться. Смотри, перед тобой есть сердечки. Как ты заметил, они разных цветов. Да, его на пурик пустить не можно так. Да, через пурик нельзя. Стоп. Сильно держит. Розовое сердечко. Это ты должен сказать комплимент Наде. А, синее сердечко, поругать ее. Но если ты не хочешь ее ругать, ты должен нам поругать. Теперь вот эти. Самое очаровательное. Нет!
сейчас? Поругать. Поругать? Ну ладно, да, что надо еще поругать? Или пойти. Я не знаю, я жадный. Снабьете бабки с меня. Ты моя любимая, я тебя люблю. Нет, не уверен. Ты так не очень сильно относишься? Не настойчивая. Ревнивая. Ладно, я не согласна. Хорошо, молодец. С этим занят вообще дядя Сталин. А с этой ромашкой? Тут на каждом листочке есть какая-то дата. Подожди, ну попробуй. И угадываешь, что это за дата? 50.07. Что это? День рождения. Правильно. Дальше. 30-е есть это мое? 30-11. Нет, начали встречаться. Годовщина и так далее и тому подобное. Правильно, правильно. 26-28 еще не помню. 30-06. День рождения, отвинь 30-06. Что это? 24-07, это мой маме день рождения. Молодец. Так, 26-й день, ну свадьба была, буде. Все, плати. По минимуму, я угадав до фіна. Так, 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 Вот, ты наступаешь на каждый домик и говоришь, что ты будешь делать. Я буду приносить продукты домой. Это подходит. Так, ну деньги домой. Сейчас. Может, там надо покупать Не мешать буду. Еще один. Буду помогать готовить. Утром завтрак. Молодец. Все, да? Я дальше не ступлю, там, я не знаю, там есть еще дальше? Нет, дальше нет. Еще чуть-чуть, ты увидишь свою любимую. Я чувствую, так я загнал. Мы на кого штрафу. Тут выше их, походу, их сховали, ты чтобы прийти к своей невесте, ты еще пойдешь такое испытание. Три туфельки. Одна моя. С разными размерами. Ты должен угадать, какой 36-й. Полуслово! Не дам мне полузайца! Ладно, давай. Подумайте. 36-й, 35-й. А как когда? Подожди, а в какой период времени? Это осень. 36-й, это я знаю точно. Это когда? Это сейчас. А зимой? Зимой. Да, она носочек. Ну да, я и связал такие носочек хороший. 37-й. Ты прошел все испытания. Я очень рада, что вы так знаете хорошо друг друга с Надей. 5 минут. Да. Осталось найти ее. Я думаю, самый ответственный момент настал, чтобы ты зашел и наконец-то увидел. Thank you.